Курсанты второго факультета автотехнического обеспечения под командованием подполковника Новикова Юрия Викторовича и майора Карифанова Константина Сергеевича. Применяем знания, полученные в ходе образовательного процесса в институте. Ребята смогли добиться потрясающего результата разбора УАЗ. 1:30. Сборка 2:10. Но в 2018 году команда курсантов была приглашена для участия в телепрограмме «Я могу», где был улучшен предыдущий результат и зафиксирован новый мировой рекорд по сборке автомобиля УАЗ. 1:55. Автомобиль УАЗ превратился просто в собрание запчастей. И все это сейчас на ваших глазах вновь будет собрано и уедет своим ходом. Вот только слажено, как единый организм работает, ребята. Они понимают друг друга без слов. Это не просто торжество инженерной мысли, это мастерство на уровне виртуозности. И все это исполняют ребята, курсанты, я напоминаю, курсанты второго факультета автотехнического обеспечения.